Соглашение подписали власти курорта и организаторы ежегодных забегов. В нашем городе Сочи-марафон проводится с 2014 года. Сейчас поставлена цель достичь большего количества участников. Мы, конечно, вместе со всеми организаторами, Минспортом, Минкурортами, Минразгонки и, конечно, акционерное общество «Высшая лига» ставит перед собой задачу увеличить к 2025 году, а именно на этот срок рассчитан наш договор, число участников этих ежегодных масштабных забегов вместе взятых в течение года до 20 тысяч человек. Наше отношение, конечно же, только положительное. Мы стараемся поддерживать как финансово, так и со стороны административного ресурса проведения и организации таких мероприятий. И стараемся улучшать как организацию мероприятия, так и увеличивать их количество по отношению как к прошлому году, так и в общем в календарном плане мероприятий. Среди участников забега не только сочинцы и жители городов России, но и любители бега из-за рубежа. Традиционный Сочи-марафон обычно проводится осенью, в ноябре. А в последний день марта пройдет полумарафон «Сочи-автодром». В нем примут участие 2500 человек.